Задача работников заповедника – забота о сохранности уникальной флоры и фауны реликтового леса. Недавно они побывали на первом международном экологическом форуме в Сочи. Про наш уникальный заповедник слышал каждый. Большая работа проводится с молодежью. С малых лет нужно приучать детей заботиться о родном крае. Работники Утрижского заповедника проводят многочисленные акции в школах и детских садах. Скоро в учреждении откроется собственный визит-центр для обучения ребят. Мы с нетерпением ждем. У нас сейчас как раз проходит подготовка, ремонт, создание нашего визит-центра, потому что мы хотим принимать гостей у себя. Это гости не только взрослые будут, но и, конечно же, дети, для которых мы будем проводить занятия различные, в том числе и связанные с научной деятельностью. Отдел науки также в этом плане нам помогает.